На пас! Лавандос! Ты Вашка Папирос! Ты чё, чё? Я, знаете, глобусу. Американцам. Будем начинать наш репетиционный концерт. Америка. Остроумные люди у нас. Уже месяц мы празднуем Новый год с вами. Знаете, я у себя, ну вот, во дворе, люблю разводить собак. И однажды так случилось, что Новый год негде было праздновать. Я остался у себя во дворе. Так хорошо оказалось, так здорово. Секунд 37. Не словили. Ладно. И было очень здорово. Или нет? Знаете ли вы, что ложь жене – это безнравственность? О, какая реакция хорошая. Гость Москвы из Прибалтики проехал 300 километров по МКАД. Тогда еще потоньше фраза. Новое обвинение выдвинул против Михаила Ходорковского прокуратура. Ну, не все понимают. Меня Мутко порадовал. Министр. Мутко. Министр. Это же, представляете, как Мутко может постирать майки. Он вообще рад. Он рад. После масок в России придумали верху и мерам. Такой диаложик. Идет российский чиновник мимо базарчика. Продавец. Не желаете ли купить, чиновник? Зачем? Я сделал такое наблюдение. Только русский человек, прощаясь, говорит «прощай». Да, у нас уникальный народ. Олигарх женился на девушке из детдома. Чего вы смеетесь? Нигде в мире, ни у кого нет такого количества, как у русских родственников. Шурин, деверь, теща, зять, свекр, свекровь, кума, сноха, свояк, заловка, ятровка, вдова. Раунд! Вы понимаете, какая соображалка должна быть у наших людей? Была замечательная загадка у русского народа. Шли по улице муж с женой, брат с сестрой, да Шурин с зятем. Сколько всего человек? Ответ. 10. О, зависла даже пауза. Вообще интересно, вот что, откуда эти все названия родственников взялись? И вот слово «сыс» такое популярное, и никто не скажет откуда. Он отказывается «сыс» от слова «основанц», а дочь – «дотка», сестра сидящего чигара. А ну-ка, порычите, как лев. Это так, я вообще сказал. Ну, как-нибудь утром на солнце порычите. Сегодня многие пацаны любят друг друга братан называть. Брателла. Братан. Братишка. Нелепо, правда? Есть детский язык. Тя-тя. Га-га. Когда больно, бобо, бежит Джо-Джо. От тятя и батя. Это от... Ну, я даже не знаю, как сказать. Ну, вот так вот. Отец. Отец. Атя, атя, отец. Отец идет. Папа. Отец. Отец. Убирай игру. Отец. Атя, атя, отец. Отсюда слово «сас». Тетки.
У них всегда на всякий случай газетка под мышкой, в газетке кирпич, чтобы демократию в морду запустить когда-нибудь. Новое обвинение выдвинул против Михаила Ходорова. Да, но не все понимают. Не все. Опять западное разводило. Более того, водка. На Западе этого нет. И... Обамка. Что? Что? Что спросил? Что-что? Что? Это, ну, это не... Хотя! Лал, лал, пели вокруг костра, заклиная детородный мужской орган для семени. Понятно? Это страшно. Мужчина прочел, извергая семя, чью в пещере кричал «Ва!». Вот времена на Руси были, да? Вот Гитлер искал корни германцев, а я славян. Из других языков возвращаются к нам какие-то слова, но наши предварительные. Вот зебра. Очень просто. Береза. Береза. У нас юмористический концерт. Сас. Родину мы любим. И нежданчик. Друзья мои, я хочу представить одного человека. Пожалуйста, не смейтесь. Он приехал с Украины. Вот так вот. Юра Хованский. Пожалуйста. Невской классической. Легализуем героин. День рождения это... Кого ебёт? О чем я хотел сказать, да, это Russian Stand-Up, Юрий Хованский, подписывайтесь на канал Анал. Всего доброго. Или нет?